Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, а это игра под названием Clash Royale. Мы в нее продолжаем играть, все-таки как старая, добрая, легендарная игра, в которую я играл тогда, еще когда я был мелким щитом, когда мне было всего просто-напросто 15 лет. Ну что же, продолжаем в нее играть, и, собственно, у нас появилась новая... миссия. Набрать 50 коронок. Ну что ж, давайте, собственно, мы с этой миссии и начнем. А потом уже, как говорится, перейдем к самым интересным вещам. Так, естественно, мы к нему ничего кидать не будем. Но, думаю, никакие не глупцы. Отходи давай быстрее. Отходи, сказал. Так, хорошо. Да, конечно, посмотрите на него. Но-но. Так. Началось. Всё. Отлично, ребята. Отлично просто. Это просто замечательно, ребят. Ой, пусть он там своим... этой пачкой уничтожает. Так. Ага. Опа. Хорошо. Шоу-тайм. Ну-ну. Ну-ну. Так. Стоять, нет! Пошли вон серые мышки вонючие. Хорошо, хорошо, хорошо. Опа! Хе-хе. Кабзнули башенку. А то я, собственно, не доберусь, это было понятно. Ёперный театр, хотите, отпустите. Оп, оп. Хорошо. Брат, вот ты зря активировал. Братан, финальную точку давай. Отлично. Отлично, ребят. Собственно, замечательно. Мы это сделали с вами. Если не прошло и полугода, мы это смогли сделать. Итак, идем дальше. Идем дальше. У нас следующее испытание. Но вернее, мы его продолжаем. Также продолжаем набирать кубки для того, чтобы, естественно, получить за это денежное вознаграждение. Ничего, в общем-то, необычного нет. Просто играем. Блин! Я нахрена подрывника перед собой поставил. Вот я дебик. Да, конечно, вот все, теперь меня отмуштрует как следует. Стоять! Хорошо. 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 Все, я больше нет. Отлично. Отлично, ребята, отлично. Ты говнюк, конечно. Ты говнюк, конечно же, просто. Самое настоящее, что ни на есть говнюк, ребята. По-наглому поступать, это вообще законно? Ну-ну-ну, давай-давай-давай! Хорошо! Минус башенка, замечательно, так. Стрелы на безопасность, на всякий случай. Ой, на всякий случай, на всякую случай. Так, хорошо сказанул. Так, хорошо сказанул, хорошо перданул. Так. Да, конечно! Всё припердолил. О, ничего, ты всё припердолил. Отлично. Замечательно, ребята. Замечательно, пока топим. Пока втупляемся действительно так сюда. Значит, сюда вклиниться. Нет! Разрушили эти гады мою башню. Хотя в этом ничего страшного нет. Наверное, так и должно было быть, потому что, сами понимаете, не так-то все и легко. Так, вот здесь.
Да, миньончики, миньончики, давайте защищать, защищать, защищать. Защищать, миньончики. Нет, гаденыш, ты просто падла настоящая. Быстрей! Красавчик, красавчик, нанес. Молодец, молодец. Хорошо. Сюда. Ага, конечно. Естественно. Но-но. Смотрите на него, а. Хорошо, ребята, хорошо. Так. Красава, красава, молодец. Молодец. Так, ты что делаешь? Как вовремя, ребята. Ух, как вовремя я его замочил. Так, а, жаль. Хотя две башенки тоже ничего. О, я еще и золотой сундук при этом присандалил к себе. О, как классно, ой, как хорошо. Ну, собственно, окей, здорово. Так, сколько нам осталось? 2500, хорошо. Так, 2500, у нас осталось тогда 2550, и тогда выбор из двух, это очень даже хорошо. Но нам надо обязательно сейчас выигрывать. Надо сейчас обязательно выигрывать, иначе будет полнейший разгром. Ну что ж, собственно, как говорится, давайте мы и с вами... Так, а ты откуда взялся? Да конец, ля-ля-ля-ля, ты что здесь делаешь? Угу. Опа. А нечего было вот так вот рисковать. Не обдумав свой дальнейший план действий. Ну все. Не-не-не-не, пусть он дальше свою силу тратит. Что, блин? 10-го левела? Чё это ещё за 7-го левела, парень? Не понял ни хрена. Чё ещё за садомазохизм? Не понял. Козлёнок, я так и думал. Ну ты падла, конечно, ну ты падла. Ты посмотри. Вот ты падла, конечно. Опять подоспел. Как всегда, уродец. Но зато тебе хана, половину хп снес. Что, блин? Так, ну-ка эту тетку. Нет! Блин! Козлина нанесла. Козел ты вонючий. Короче. Вот, ладно. Так, собственно, что мы делаем-то? Блин, зря я запустил, надо было... Не надо было этого делать. Отлично! Замечательно! Хорошо! Ха-ха-ха-ха! Так, ну пусть он чуть коцнет, мы ему разрешим. Мы ему разрешим, пусть он чуть коцнет. Все равно половину хп я ему снес. Стоять, сказал, ты чё за девушка такая, ну-ка. Да конец, ты посмотрите на неё, а. Ты какая, а. Сейчас варваров своих не предадим. Своих мы не предадим. Хорошо. Хорошо. Нет, ни хрена не хорошо. Хотя нет, нормально. Нормально, все хорошо. Все по плану, все замечательно. Так, этот идет вверх. Нет! Откуда ты, тварь, взялась? Сволочь, ты такая, а ты посмотри. Он еще и хп вообще здоровый, охренеть. Мне кажется, и хп неплохой. Ты гляньте на нее, вот ты госпожа, блин. Комарова. Вот и вообще, конечно.
Нихерова это такая, конечно, господа. Так, ты еще откуда здесь взялась? Алло, ну-ка пошла вон отсюда. Да конечно, вот конечно, вот самое лучшее. Это прям вот сейчас, собственно, взять и атакнуть меня. Вот это прям самое хорошее, блин. Я уже задолбал, ты меня, понятно? По-настоящему меня уже задолбал. Хорошо. Так, пошли вон отсюда, черти вонючие. Так, ну-ка, ты пошла вон отсюда. Хорошо. Отлично. Теперь, ребята, борьба за два. Так, нет. Никутко, ни хрена. Не даем, ребят, не даем. Красавчик, молодец. Ха-ха-ха. Красавчик, молодец. Подрывник здесь все решил, ребят. Вот подрывник здесь по праву реально заслуживает победы больше, нежели я. Он именно принес бой, такую победу хорошую в данной ситуации. Так, быстрее собираем кошель золота. 1750, хорошо. Итак, нужно еще 24, тогда мы получим, собственно, выбор между двумя эликсирами. Итак, у меня уже есть, как я понял. Так, подождите. А, у нас, собственно, выбор-то из двух и будет, потому что, как я понял уже, все, что нужно из обычных карточек героев, я уже, собственно, собрал. Итак, я собрал, собственно, 51 карту из 103, включая лишь одну легендарную, потому что реально легендарная это просто полнейший пипец, но, в принципе, терпимо. Окей, давайте попробуем в этот раз собрать 3 коронки, ну или, по крайней мере... Ох ты ж ни хрена себе, он проскинированный персонаж-то, ёптель-моптель. Хорошо, что мы вовремя взяли кошель золота. Так, ну-ка ушёл вон отсюда. Хорошо. Пипец. Пипец настал. Отлично. Сюда. Хорошо. Замечательно. Отлично. А то он-то думал, что так ему все сойдет с рук. Ты посмотрите на него. Ну, чуть-чуть коцнул, окей, признаю. Да не страшно, да пофигу, да по-барабану, ребят. Стоять? Нет! Отлично. Хорошо. Красавец. Оп! Успел. Ну, почти. Давай. Коцни. Коцнула, молодец, рыжулька ты моя. Коцнула, молодец. Молодец, хорошо. Отлично. Давай, еще раз коцни. Красавец. Это вам хана. Это вам месть. Стоять, куда попердолил. Чернобурый лис. Чернобурый лис. Блин, зря. Зря. Хотя нет, не зря. Нормально. Нормуль. Fire! Дура ты, да? Дура. Стоять. Так, прошел фейс-контроль быстро. Ты что, не собрался угрожать? Ты что, дебил, что ли? Хорошо. Отлично. Эх, жалко. Не нанес финальную ответочку. Жалко. Хотя, в принципе, ничего страшного там нет. Ну-ка. 7 уровень против 8, у меня оба 8 уровня, братцы. Только не подведите их, пожалуйста, нас всех вместе взятых. Хорошо. Братан, давай! Красава. Парни! Хорошо, крозобедры, ребята, молодцы. Так, ну-ка. Ну-ка, пошел вон отсюда. Вон отсюда. Хорошо. Так, стоять. Конечно.
Умная какая. Не успей, не успей, не успел. Вот и все. Отлично, отлично, ребят. Правда, конечно, на коронка, но зато у нас еще больше шансов заполучить место под солнцем. Итак. А, мы это, собственно, как бы и повышаем на следующий уровень. Только что выбрать-то? Давайте на этот раз заморозку выберем, потому что стрелялку мы всегда использовать успеем. А так, у нас, собственно, нужно перейти на 9-ю арену. Давайте мы это, собственно, и сделаем сейчас. И непосредственно быстренько. Итак. Ну, собственно, для этого есть все возможности. Вопрос, как мы их реализуем. Стоять. Хорошо. Ёшкин! Хорошо, ребята, хорошо, хорошо, ребята. Так, эта пулялка мне не нравится. Так, пошел в жопу. Ты залазил, конечно. Эх, говна ты кусок, а ты посмотри-ка. Опа. Ба-ба. Ну-ка, давай, 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 давай. Стрелы, стрелы, стрелы. Нет. Отлично! Отлично, братец ты мой милый. Красавчик. Так, 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 так. Ах, еще ждать надо, пляха ты, плях ты мух. Быстрей! Ну-ка, давай. Синеглаз, это моя! Скотина! Стрелы, стрелы. Ну куда ты попердорил-то, урод? Куда ты, урод, попердорил, а? Я же тебе сказал, прямолинейных башен, ее в первую очередь уничтожать, а потом этих гадов за душу, как говорится, брать. Да, конечно. Пошла вон отсюда. Так, хорошо. Пошел вон, пошел вон! Молодец. Хорошо все сделал. Молодец, ты нас постарайся. Быстрее, 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 давай. Не, ну сейчас хана будет мне, ребят. Да конечно! Ну как-никак без ханы никак нельзя. Ты пошел вон отсюда, с моей территории. Это моя территория, пошел вон. Так, ну-ка, парни, отхерачь ее быстро. Хренок. Хренок! Нет! Нет! Собакен, ты вонючий! Ааа, мне чуть-чуть, ребята, не хватило. Еперный театр, а. И ты за одной-то короночки все решалось, а. Бляха, бляха. Это ж надо, а, вот так вот проворонить. Был близок, у меня новая арена прям близилась. Тварь.